о том, война с Россией или война гражданская? Что сейчас происходит на нашей земле? Кто же террористы? Кто агрессор, а кто защитник? Враждуют между собой государства или граждане одной страны? Мы попытаемся распутать Гордиев узел терминов и определений. И, возможно, это поможет найти выход из украинского тупика. Программа версии 17 февраля, 15.